Девочки, привет! Обещанное видео про Эко Слим. Я его выпила наконец-то. Ну, выпила давненько, просто никак не собралась снять видео. Пила по одной таблетке, их было 20 штук. Пила ровно 20 дней. Все, упаковка пустая. Что я вам скажу? Конечно, такого эффекта, как написано, я не получила. Но на самом деле, правда, снижение аппетита чувствовалось. И где-то 2-3 килограмма у меня получился сброс веса. Это для меня, в принципе, хорошо. Так как мой вес не такой большой, всего 62 килограмма. Я очень хотела парочку килограмм скинуть. В принципе, не знаю, самовнушение это или нет, но, правда, аппетит был меньше. Кроме этого, я занималась на тренажере Orbitrack, приобрела себе. Ну и старалась, пыталась меньше кушать, но, правда, вот что-то в этом есть. Возможно, если по 2 таблетки пить, как там и указано, будет эффект лучше. Я не спорю, но, в принципе, не знаю, кто-то говорит, подделка, не подделка. Но у меня все таблеточки были целые. Сказать, подделка, не могу. Как и указано, было 20 штучек. Так что, ну, не знаю. Небольшой эффект для меня, но это очень даже хорошо. За 20 дней, я скажу, это отлично, 2 килограмма. Так что, всем спасибо. Это был мой обзорчик Эко Слим.